Начнем выпуск с главных тем. К этому часу указом в Рио главы Дагестана Сергея Меликова руководителем администрации главы и правительства региона назначен Алексей Гасанов. Ранее этот пост покинул Владимир Иванов. Алексей Гасанов в разное время был министром образования, науки и молодежной политики, министром по национальной политике. Работал советником президента Дагестана, заместителем руководителя администрации главы и правительства, а также помощником полпреда президента России в СКФО. С октября по ноябрь 2020-го был советником главы республики. Алексей Гасанов – заслуженный учитель Дагестана и почетный работник общего образования России.